начала эксплуатации в систему 112 Московской области от жителей и гостей региона поступило более 54 миллионов вызовов, при этом свыше 2,5 миллионов из Одинцовского округа. Единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета функционирует в круглосуточном режиме. По словам ее руководителя Дмитрия Клевакина, с начала года на номер 112 в округе поступило уже 348 тысяч звонков. Это свыше 1500 вызовов ежедневно.